сейчас? На протяжении 8 часов послание. Я бы туда не полезла. Вопрос не в этом. А ты мне скажи, что легче? Идти 16 часов на гору или лезть посланник? Ну, что приносит больше удовольствия. Мне бы интереснее лезть на гору. Мы говорим не об интереснее, а что тяжелее, что сложнее. Ну, что выматывать, я думаю, посланник выматывает больше. То есть мы в физическом отношении, в психологическом отношении и в отношении, скажем, без надюги. То есть, когда ты попал в середине моря сланника, туда море, сюда море. Психологически это крайне сложно. Мы, когда ходим в походы, мы преодолеваем что? Препятствия. Так вот, преодолеть вот это море сланника, это ничуть не легче, чем подняться на вершину такую-то, такую-то. Да, ты погибнешь, но погибнешь там от другого, от комаров, а психологическое состояние, многие сходят с ума. Ну, привожу тебе Итуру. Остров Итуру. Такая вот байда, 500 километров. Вот так вот. Остров еще раз. Итуру. Ну, там есть, как раз там, где вот Минсама, острова, на которые презентуют Япония, вот они вот как раз есть. Он интересен тем, что он имеет Тали. В этой Тали находится аэродром, который на нашем Мишле, значит, построил аэродром. А там 360 дней в году туман. То есть туман, который вот построили город, построили аэродром, а это был аэродром для камикадзе. То есть они привозили туда на пароходе самолеты, ставили самолеты, самолеты взлетали, они уже не возвращались никуда, они уже падали там. Знаешь? Так вот, этот остров отличался тем, что с этой стороны сняли все заставы, а с этой стороны стоит застава. Мы говорим, что это снять заставу. Они говорят, а пройти вот так с острова? Ну, нельзя. Ну, здесь упал, говорят, люди. Вот мы людей даже не искали. Не спасали. Спасательную операцию мы провести не можем, потому что второй вертолет пока долетит там. Это самое, они разбились, в общем, короче, их не искали. Мы говорим, ну ладно, ну мы сходим туда, потом пройдем тут и вернемся обратно. Не вернетесь.